Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, как и было обещано, «Мелодия на память» сегодня продолжает тему о классической гитаре. Сегодня будет вторая часть, и мы начнем ее с того, что Артем Дервоед исполнит сейчас для нас на классической гитаре произведение Иоганна Себастьяна Баха. Андрей Сеговия, который говорил, что мир музыки – это океан, а музыкальные инструменты – это острова в нем, и что мой остров – это гитара. Так вот, среди разных музыкальных инструментов есть острова, которые уходят, тонут, которые появляются вновь. Одни сменяют другие. Инструменты одни приходят на смену другим в зависимости от требований времени и требований, например, концертной практики. Как, например, блокфлейта или клавесин, спинет, клавикорд уходят в тень, на время как бы оказываются забытыми. А вот гитара оказывается наряду, например, с органом, который на протяжении многих веков трансформируется, вбирает в себя новые веяния, новые технические достижения, так и гитара тоже, она продолжает жить, продолжает трансформироваться и продолжает оставаться популярным инструментом. У нее небольшой акустический корпус в сравнении с крупными инструментами, и вместе с тем длинный гриф с ладами дает возможность играть в разных тональностях, с равным успехом. Это как бы миниатюрная фортепиано, фактически которые можно всегда взять с собой, и всегда будет аккомпанемент и будет сольная музыка. На этом инструменте можно сыграть, в общем, практически любое произведение, написанное для фортепиано. Почти. Во всяком случае, все, что я пытался играть с гитарой и для виолончели и фортепиано перекладывали, все спокойненько ложилось. Так что вообще, мне кажется, что немножечко недооценена гитара, как именно классический инструмент, а не как сопровождающий. Наличие хорошего исполнителя высокого класса, да, на любом инструменте, да, скажем, Ростропович, когда был великий виолончелист, и он
десятки композиторов для него специально писали. Просто потому, что он был, да, и он заказывал, он сам уговаривал, там, и даже великих Шостаковича и Прокофьева, и, конечно, всех, так сказать, остальных, он уговаривал, напишите для виолончели. Они писали. Расскажите, как вот наличие великих гитаристов влияло на появление произведений для гитары. Да? Есть такое, наверняка, тоже стык? Да? Ну, есть, конечно. Ну, если пойти немножко раньше... Да. То вот были же выдающиеся исполнители, такие как тот же Джулиани, который, кстати, дружил с Бетховеном. Но, тем не менее, он как-то и не уговорил Бетховена что-то написать. Я не знаю, был ли вообще такой разговор. У него просто, наверное, не было денег заплатить Бетховену. Я не знаю, как это все... писал по заказам, так сказать. Как это все было, но, тем не менее, ничего не написано. По какой причине, мы не знаем. Ну, тот же Сеговия, расскажите. Сеговия – это другой совсем случай. Сеговия – это человек, который понял, что нужно что-то делать, потому что после вот этого классического периода был некий такой упадок в Европе классической гитары. И появился Сеговия, и его харизмы хватило на то, чтобы сподвигнуть огромное количество композиторов написать для гитары. Есть свои, конечно, нюансы. Сеговия был человеком, который не любил современную музыку, а он все-таки жил в 20 веке, и это как раз рассвет авангарда. Поэтому он не обращался и даже говорил «нет» некоторым выдающимся композиторам, которые были готовы написать для гитары. Он любил более традиционную. Он любил романтическую, красивую музыку. Он сделал много переложений, конечно же. Колоссальное количество репертуара написано по его заказу, написано для него, посвящено ему. А дальше это уже имя знаменитого английского гитариста Джулиана Брима. Это человек, который тоже внес колоссальный вклад в наш репертуар. Он работал с такими музыкантами, как Уолтон, Бриттон. О, да, для него писали, да? Да, да, да. А Стравинский для кого? У него же есть сочинение для гитары. Там какая-то интересная... История со Стравинским, я, опять же, свечку не держал. Не могу сказать, было ли это все точно, но насколько я слышал, что как-то после концерта Сеговии, а тогда это вызывало просто феноменальный интерес, опять же, говорят, что на концерте Сеговии в Карнеги-Холле были вообще все звезды мировой классической музыки, которые были в тот момент в Нью-Йорке, и они пришли послушать, как же это можно на классической гитаре сыграть Чикону Баха или что он там еще играл. Ну так вот, как-то после одного из концертов маэстро Сеговии, Стравинский, будучи на концерте, подошел к нему и сказал: «Маэстро, я напишу для вас пьесу». На что он получил ответ: «Да вы напишите, только я играть не буду». Как не верю. Я не люблю такую музыку. Я не знаю, ну, было ли это не цитата, да, я не цитирую. Но такая история, что... Легенда, скажем так. Сеговия не любил такую музыку, и он сказал нет. Извини, кстати, о Стравинском. У него все-таки есть... Да, сочинение для гитары. Два сочинения. Для соло-гитар? Нет. Одно сочинение — танго с оркестром. Гитара с оркестром. Как интересно, я не слышал. И еще у нее есть для квартета. С участием гитары, русские, да? Песни с участием сопрано, флейта, гитара и какой-то еще инструмент. Встречное должно быть движение. Причем инициатором, как мне кажется, должны быть исполнители на гитаре, да? Вот, которые более активно должны искать контактов с композиторами, рассказывать им о гитаре, предлагать им написать что-то новое, чем занимался, скажем, Фридрих Липс, это «Революция в баяне». Да? Вот, в саксофоне то же самое, вот если Алексей Волков, так сказать, для него написано огромное количество новой музыки. В свое время, извините, Юрий Абрамович Башмет, ну, я в свое время, в 79-м году, написал для него альтовую сонату. Он еще не был Юрием Абрамовичем Башметом, он был просто Юрий Башмет. И еще один важный момент. Вот я уже говорил, что залы сейчас большие достаточно. И особенно вот в сочинениях для гитары с оркестром
гитаристам надо, так сказать, смелее идти на то, чтобы помогать инструменту акустически и динамически, значит, усиление какое-то. Тем более качество сейчас такое можно добиться, что неотличимо. Вот это вот главное условие. С одной стороны, является минусом, а с другой стороны, величайшим плюсом. Значит, минус – это необходимость в амплификации, необходимость в усилении, причем аккуратном, акустическом. Ненавижу, когда усиление как бы выдает нам результат солиста, который глотает микрофон. А с другой стороны, это плюс. Колоссальный плюс, потому что гитара, усиленная, опять же, правильным образом, она создает в зале у слушателей удивительную атмосферу, трогательную, интимную. Николай Андреевич, вопрос к вам. Значит, как вы, ну, можно сказать, один из краеугольных камней русской гитарной школы, я бы хотел задать вам вопрос вот про русские школы. Да, ведь их несколько, да, и они даже как-то между собой иногда конкурируют, что ли, и спорят. Да, я знаю, там школа Иванова-Крамского, да, там школа Фраучи, да, ну, ваша школа, да. В чем разница, или наоборот, в чем совпадение? И какие вообще, вот вы считаете, есть известные русские течения, что ли, в гитарной музыке? Отличий разных музыкантов там друг от друга, ну, в частностях. Ну, да. Как таковой школа того, школа другого, школа третьего, по-моему, нет. Ну, да. Все играют, в конце концов, на шести струнах теми же пятью пальцами, и так, ничего себе. Разница там в аппликатурах, в каких-то моментах, что кардинально отличались один исполнитель от другого. Нет, это, по-моему, нереально. Пока рановато, может быть, об этом говорить. Понятно. Я хотел бы добавить, что... Расскажите, кстати, о своем преподавании. Вы же тоже сейчас преподаете. Да, я преподаю. Все-таки по поводу школы. Мне кажется, что русская гитарная школа, она только сейчас начинается. Потому что мы, конечно же, можем с уверенностью говорить о фортепианной школе, русской фортепианной школе, о скрипичной русской школе, виолончельной, да какой угодно, вокальной. Да. С гитарой еще не достигнуто. Пока наш инструмент в этой стране еще не настолько устоялся, нет каких-то исполнительских традиций. Все же исполнительские традиции мы черпаем из европейских школ. Очень часто, Николай Андреевич не даст соврать, в Советском Союзе очень многие занимались просто самодеятельностью. Ну да. Как вы мне рассказывали, в ваше время, когда вы учились в училище, большим достижением было сыграть пьесу до конца и не остановиться. На экзаменах. 5 баллов обеспечено. Да, естественно, о какой школе мы можем говорить. Мне кажется, что сейчас, когда у нас у всех есть доступ к огромному количеству информации, когда у нас есть возможность куда-то поехать, где-то еще поучиться, сейчас начала формироваться русская гитарная школа. Понятно. Именно исполнительство. Ну, прекрасно. Вот вам, Артем, и карты в руки, как говорится. Давайте мы сопоставим статистику. Количество мировых
звезд, исполнителей на классической гитаре и количество мировых звезд, исполнителей на тех же струнных инструментах, на рояле. Это же немыслимое сопоставление. А история создания инструмента, история развития исполнительского искусства, если мы сопоставим статистику или, скажем так, временные периоды созревания этого инструмента, оформления как законченного музыкального солирующего инструмента, вот, пожалуйста, мы уже можем говорить о том, что гитара намного моложе. Это первое. Второе. Исполнительский уровень, скажем так, ну, тех же пианистов. Какой огромный выбор. Боже мой. Ой, трудно себе представить, это просто галактика. И исполнительский уровень очень высокий, звездный, у гитаристов. Если мы включим класс гитары в Курской консерватории, не изменится ситуация. Вот. Потому что, что там в Академии Гнесиных плохо учат? Нет, я уверен, что там шикарно учат. Вот. А ситуация та же самая. И сами гитаристы тоже должны привлекать, вот как ты, например, там, играешь новую музыку, рискуешь, как бы, да, но вместе с тем и ты выводишь композитора, и композитор выводит гитару, как бы, да, мне кажется, это вот, вот такое взаимотворческое обогащение, что ли. Безусловно, на Западе существует огромная культура, так сказать, игры на гитаре, многовековая уже традиция. И вот сегодня существуют некоторые музыканты, которые, кстати, иногда нас навещают. Я, например, очень люблю такого музыканта, которого зовут Пако де Луси. Вы, безусловно, его знаете. Вот как вы относитесь к нему и к его некоторым его соратникам, что ли, которых довольно много, и они приезжают и играют как? Здесь очень важный момент. Пако де Луси играет не на классической гитаре. Он играет на другом инструменте, который называется гитара фламенко.
А в чем разница? Это испанский народный инструмент. Инструмент. Ну, он принципиально отличается или. Принципиальное отличие в первую очередь репертуар. Небольшие струны, конструкционные особенности и техника игры. То есть вот эти три пункта, мне кажется, что одни из основополагающих. Но он выдающийся музыкант. Он выдающийся музыкант, но он исполнитель музыки фламенко. А это совсем другой мир. Это совсем другой инструмент. И это, как знаете, параллельные миры. Мы вроде играем на похожих инструментах, и мы вроде. Но мы существуем, на самом деле, в разных абсолютно мирах хорошо, реальности. Ну хорошо, он играет на... А вы можете сыграть на своей гитаре музыку фламенко? Или вы не хотите? Или чтобы вообще... играть музыку фламенко, этому нужно посвятить всю свою жизнь. Mm-hmm. Точно так же, как и чтобы играть классическую музыку. Понятно. Поэтому это... каждый должен заниматься своим делом. Примерно то же самое, как если бы какие-то западные исполнители приехали и начали петь русские народные песни. Ну да, или начали играть на балалайках. Так бывает, но они могут, конечно, играть на балалайках, но все-таки это не их дело, правда? А это наше дело. Ну хорошо, а расскажите что-нибудь о как и где происходят какие-нибудь фестивали классических гитар, и где вы принимаете участие, и какое это имеет значение для развития гитарного искусства во всем мире? Фестивалей во всем мире сейчас огромное количество. Сейчас, конечно, у гитары очередной расцвет. Но есть другая проблема. Гитара находится как бы в определенном гетто. Mm-hmm. То есть есть вот огромное количество фестивалей гитарной музыки. Mm-hmm. Но они только для гитаристов. Туда приезжают гитаристы играть, другие слушать. И все, на этом все заканчивается. Туда не приходят. Узкий круг. Такой, да, туда очень редко приходят люди просто насладиться гитарным искусством. Я имею в виду люди, которые обыватели. Туда практически никогда не приходят другие музыканты, потому что это им неинтересно. Да, да. Вот. И вот огромная проблема сейчас классической гитары в мире, то, что мы очень изолированы. У нас вот что ни возьми, какой-то ансамбль, или что-то сейчас у нас начали в России формировать какие-то гитарные оркестры. Если фестиваль, то это только гитаристы. Мне кажется, что в этом есть большая проблема. А вообще, конечно, фестивали по всему миру, это очень хорошо. Но мне кажется, нам нужно сейчас сделать следующий шаг и объединять фестивали, в которых будут участвовать разные инструменты, в том числе и классическая гитара, потому что нам нужно обратить внимание на этот инструмент. Ну, скажите несколько слов о вашем собственном фестивале. У вас же тоже есть фестиваль, как он называется, «Виртуозы гитары», да? Ну, я не могу сказать, что это мой собственный фестиваль, это проект Московской филармонии. Это, конечно, уникальный фестиваль, потому что нет ни одного другого такого фестиваля в мире, где классическая гитара бы ежегодно в таком количестве звучала на такой большой известной площадке. Фестиваль проходит в зале Чайковского ежегодно. У нас практически всегда полные залы. Это... Ну, а вот как раз вот тут вопрос возникает. Вы только что сказали, что приходят, ну, свои, так сказать. Ну, то есть те, кто играет на гитаре, и члены их семей, там, жены, дети и так далее. А все-таки приходит просто публика, которая просто любит публика. Музыку. Да, просто публика. Ну, концерт на зал Чайковского – это все-таки полторы тысячи мест. Да. И гитаристов из них, кто приходит на наши концерты, ну, процентов 10. А, да, то есть все-таки... Да, это фестиваль, который... Регулярная публика. Да, который... создан и существует для простого слушателя. Люди приходят, слушают, и я надеюсь, что-то для себя открывают новых исполнителей, новый репертуар. Интересно, как коммерчески это вы, то есть, ну, зарабатывает фестиваль деньги, или все-таки кто-то его поддерживает, какие-то спонсоры? Нет, спонсоров у нас нет. Но государство, филармония. У нас в этом году прошел уже 8-й. А, соответственно, значит, фестиваль неубыточный. Я думаю, что филармония считает этот проект успешным, в финансовом смысле в том числе. И я помню, даже несколько лет назад я где-то в интернете прочел рейтинг десятка самых интересных и успешных проектов филармонии, и мы были там. Замечательно. А, ну, такой вопрос, что ли,
коммерческий вопрос. А может ли жить сегодня музыкант, играющий на классической гитаре, и не преподающий, и не занимающийся ничем больше, кроме как играющий на гитаре, дающий концерты? Можно на это прожить? Ну, я живу. Ходит ли публика в России на ваши концерты и, скажем, в Европе или в Америке, где вы выступаете? В России играю достаточно много. За этот сезон я 2 тура сыграл по России. И в России, конечно, сейчас большой интерес к классической гитаре. Практически всегда полные залы. А я имею в виду такие крупные залы, как, я не знаю, там, зал Омской филармонии, это больше 1000, зал в Екатеринбурге, Самарская филармония, это тысячники. Приходят люди, это абонементы, которые раскупаются очень хорошо, поэтому на этих концертах... Абонемент целиком классической гитары, то есть как бы несколько исполнителей. Да. На эти концерты приходят люди... И, которые уже знают, всему, что они хотят услышать. Судя по всему, в России сейчас большой интерес к нашему инструменту. Это прекрасно. Другое дело, что, конечно, хотят слушать что-то более доступное, хотят слушать испанскую музыку. А еще лучше, если бы мы фламенко играли. А если бы еще иногда в конце концерта пели, наверное, вообще было замечательно. И еще люди танцевали. Тем не менее, у меня политика моих выступлений такая, что я стараюсь включать в музыку тоже какие-то современные произведения. Не играю, конечно же, полностью сочинения свеженаписанные, потому что второго такого концерта у меня не будет. Тем не менее, некоторая просветительская направленность в этом присутствует. Поэтому в России с этим, скажем так, все нормально, идет подъем. А за рубежом? За рубежом бывает по-разному. Например, я выступал несколько лет назад в Кёльнской филармонии. Это 3500 мест в зале. Я играл концерт Ранхуэ с оркестром. И, конечно, там гитара вызвала большой интерес. Все 3500 человек хлопали стоя. Это, конечно, было... очень впечатляюще для меня. И самое удивительное в этом, то, что в основном люди говорили, мы такого никогда не слышали, мы вообще в этом зале никогда гитару не слышали, и вообще какая замечательная музыка, какой замечательный инструмент. И потом я узнал, что последний раз в этом зале гитара звучала 6 лет назад. Выступал один очень известный гитарист, было ползала, ну и как-то так. В основном, конечно же, гитара звучит в более... В маленьких камерных залах есть интерес, особенно если это концерт в Германии, например. В Германии очень любят люди ходить на классическую музыку. Там, в принципе, с классической музыкой все в порядке. В Штатах тоже люди ходят, люди слушают гитару. Но, опять же, в основном это все люди, которые знают, что это такое, что это за инструмент. Они там сами играют или дети у них играют. Мне кажется, очень важно достучаться до публики, которая ходит на... оркестровые концерты, на фортепианные вечера. Да. Они ведь тоже любители классической музыки, и они приходят послушать, они не играют, скорее всего, на фортепиано или не дирижируют оркестром. Они приходят насладиться музыкой. И вот донести вот эту информацию до вот этих людей, что классическая гитара это тоже интересно, это такой же академический инструмент. То есть ваша задача прорваться и доказать этим людям, что гитара не хуже, чем рояль или скрипка, грубо говоря. Да. Правильно? По-моему, доказывает. И не нужно ничего. И не нужно доказывать. Итак, уже сейчас, по-моему, ну что же, друзья, это абсолютно все ясно. Я очень рад, что мы побеседовали. Это очень интересная беседа. Я думаю, нашим зрителям тоже это очень так просветительски было интересно. И я хочу сказать, что с таким вот новым поколением, как Артем, он уже, конечно, не мальчик и не совсем такой уж молодой человек, уже человек вполне зрелый, но... Вот я думаю, что можно быть спокойным, что есть у нас новое поколение музыкантов, классических гитаристов, и я думаю, что будущее классической гитары будет исключительно светлым и радужным. Артем, это моя гордость и гордость моей семьи. Да, я еще раз представлю вас, это, значит, Николай Андреевич Камалятов и Артем Дервоед, замечательные музыканты, так сказать, в каком-то смысле преемственно здесь просматривается, и я очень рад, что у нас сегодня побывало целое вот такое 2 поколения
музыкантов, играющих на классической гитаре. Я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, и мы будем слушать классическую гитару. Спасибо большое. Thank you.